Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Денис, и сегодня мы продолжаем проходить нашу замечательную игру Майнкрафт. В прошлой серии мы добили одну голову скелета из сушителя. И теперь мы хотим добыть еще одну, как бы это было, не было странно. Возможно, это получится, возможно, нет. Посмотрим. Да идите вы, мне не надо. Нет, я не заберу, черт. О, кремень. О. Голову я с собой возьму, пожалуй. А все остальное пусть остается тут. Я пойду дальше. Скелеты и сушители, скелеты и сушители, скелеты и сушители. Пожалуй, знаете, что я сейчас сделаю? Да, я сделаю сейчас коронное дело. Я просто-напросто выйду и зайду еще раз. Думаю, что-то поменяется. Они деспавнятся, скорее всего. Да что ж так лагает, боже, так... Ты только что отключил, то опять начинает лагать. 31 FPS только что было. Ну нормально же это. Это нормально. Опять в один тот самый сундук заглядываю постоянно. Ну хотя бы один скелет. Ну, скелетушечка. Ну мой... Лючий. Лючий друг. Скелет и сушитель. И сушитель. Где твой папа? Или как там? Или твой босс? Твой мастер? Или как его там, блин? Хозяин? Мастер. Блин. Я мог такое придумать. Что ж. Я сейчас зря вылез, потому что я... А, стоп. А, это синузон. Я уже обратно. Спускаемся вниз. Кстати, почему-то отравление у нас либо слишком мало отравления было, либо не знаю, но сейчас у нас... А может, в прошлый раз отравление не дало, как бы? Отравление здесь не нужно. Короче. Где наши? Блин, это точно посвящение аду. Просто дофига просто серии этому аду. Я не хочу, а мне приходится. Сейчас, как, кстати, как назло, сломается меч, поэтому нужно как-то думать с этим. Ага, вот двое. Но эти... Да не дадут мне что-то делать. Стоять, ты без оружия. Давай, последний удар на тебя. Последний удар. Я тоже не смогу. Вот, чтобы они не спавнились, надо уйти, но... Сейчас бы я последний удар вот на тебя. Точно на тебя. А, нет, ты последний. Киркай! Что ж такое? Ну, они сдолбались. Вот теперь мы с тобой поговорим. По-нормальному. Да-да-да, попадешь ты у меня, конечно. Я желаю тебе успеха в этом деле. Где же он? Ага, вот один. Ну, их постоянно защищает эти сволочи. Как через них пробраться-то? А, и двое, отлично. Даже еще лучше. Черт, а как он мне... А, он мне не попалил. Ну давай, спускайся вниз, что ты делаешь? О, все нормально. Да. Да что ж так, тут... Кто как я хотел его ударить, сразу лак. Так, у меня осталось потому злая плоть, ну... Черт. Все, стоим здесь и восстанавливаем хп. Стоим здесь и восстанавливаем хп. Стоим здесь и восстанавливаем хп. Надеюсь, они не догадаются. Чё, тут нужно теперь ждать, пока эффект закончится, чтобы съесть хлеб и уже за голод не беспокоиться. Но еще 6 секунд стоять вот так вот. А вот это я не знаю, это баг или так и должно быть, что... Теперь оно вот так. Ну все, отлично, я сейчас восстановлю хп и пойду их замочу. Как там они без меня? Веселятся. А нет, они улетели. Это же просто отлично. Или они не спавнились. Теперь ты один, дружок. Дружок мой. Хотел сказать, брат. Это уже было поздно. Ну что, одну голову я все-таки выбил. А вот остальные, вот где-то еще... А, они не спавнились. Или он куда-то пошел. Куда-то он пошел. Он пошел куда? Откуда никуда не вернется? В деспавн мира. Вы бы сейчас видели мое лицо, как это сказал, но жалко. Я пока без веб-камеры
снимаю. Да, этот украинский язык, он так легко от меня не уйдет. Давай. Да что ж так лагает? Только что я его вот начал лупить и опять начал лагать. Кстати, мы получили меч. Да не может не радовать. Но больше всего мне хотелось получить сейчас голову. Вторую башкенцию. Он мне ее не даст. Он жадный. Вот прикиньте, я сейчас стоял бы тут осмотрел, он бы сейчас подошел и толкнул меня в лаву. Это было бы просто прекрасно. Я потерял бы все... Ну, нет, ну... Это восстанавливается. А вот череп скелета иссушителя. О, я его нашел. Так, нужно к нему подобраться. Как это сделать? Он же наверху, я не смогу так беспалевно. У меня либо газ, либо еще кто-то. Он замочит. Не видит, да? Не видит. Хорошо. А я еще в этой части крепости не был. Да, хватит лагать. Ну только я. Опять еще один меч, давайте починимся. Что у нас? Мы сейчас еще мечи себе насобираем. Так, главное, чтобы тени здесь спавнились, поэтому пойдем сразу же за ними. О! И эти не спавнились, а эти нет, потому что я возле них. И сейчас я пойду их мочить, как ни странно. Давайте, ребятки, без шуток. Черт. Так, ладно, ты не горишь. Ты не горишь, я понял. Давай, добегай, я тебя мочу. Кости и еще одни кости. Это не то, что я ожидал. Вот обычный скелет появился. Ну зачем он надо? Вот обычный скелет, вот кому он в аду нужен? Вот еще один появился. Либо он дошел просто до меня. Не знаю. Сейчас я проберусь к нему и заставлю его к моим ногам. Что там к моим ногам, короче? Я забыл, что я хотел сказать. Иди сюда. Только осторожно. Ты что, завис? Что с тобой? Брат? Братан? А, понятно. Ты боялся упасть? Или что? Или ты завис, у тебя искусственный интеллект, здесь не знаю. Ну где же? Вот здесь, вот этой крепости. Я же не спускался вниз, правильно? Значит, давайте спустимся вот сюда же. Что у нас здесь находится? Значит, он задний не пробрался и не съел нашу голову. Нет, здесь мы были, это видно. Это сразу видно. Потому что... О, а ну-ка давай, скелет! Скелет! Ты меня видишь? Снова версия тоже меня видит. Давай. Так. Стреляй. Я жду от тебя мудрого решения выстрелить. Давай. Как ты это сделал? Да как ты опять это сделал? О, все, пошла. Красава! Дай пять. Ластами своими. Есть еще один? Нету. Ладно. Да, друзья, я вот честно, вот сам не знаю, делать ли мне запись Майнкрафта дальше, но только уже без темы, то есть, не прохождение уже, а продолжение нашего приключения в Майнкрафте, вот я не знаю, скорее всего я буду это делать, потому что Майнкрафт любят все, играть в него тоже хотят все. Сколько же у вас здесь этих, опять мне какая-то смс приходит, а может и не будет, да, будет, нет, не звонят, сейчас, друзья, я прервусь. Все, я могу продолжить. Идите вон. Сейчас я, наверное, после этой серии, друзья, сниму второй эпизодик по Assassin's Creed Brotherhood. Очень интересная игра. Всем советую, всем братанам, всем своим подписчикам, зрителям. Очень классная игра. Кто не играл, тот не знает. Так, телефончик выключился. Все, где же ты? Скелет и сушитель. Я хочу призвать твоего хозяина, твоего папу, твоего босса и замочить его. Ты думаешь, что это невозможно? А я думаю, что возможно. И надеру вам обоим задницу. Хотя я уже вам одному уже испортил физиономию, второму еще нет.
Ничего, еще недолго осталось. Вы все поплатитесь. Так, кажется, нет. А ну-ка, разгон есть. И тут никого нету. Кроме синозомби. Падай, сволочь. Ты убегаешь от меня, да? Вот мне их шаги нравятся. Так. Один череп. Можно ли его добыть? Можно. Ведь только не знаю, киркой, не киркой. Киркой, так не киркой. Так, короче. Ладно, я ничего не найду. Стоп, я его слышу. Я слышу одного. Вот он. Наш драгоценный. Ага. Драгоценная кость. Не вижу, не вижу. Побежали туда. Может быть, мы найдем его, и он сдохнет. Да что ж так лагает, да боже ж ты мой. Может, там еще кайтасская крепость есть, не знаю. Давайте пойдем. Пока что. Как раз они диспаунятся. Все. Сейчас, друзья, будет лагать, так что не удивляйтесь. Лишь бы я только не потерял место... А, стоп! А это что? Мы здесь были? Вроде бы нет. Так, гравий. Отлично. Ничего нету. И опять у нас проблемы, большие просто проблемы с едой. Что здесь у нас находится? Понятно. Здесь даже нет какой пещерочки. Да, вообще нету. Да, издевательство. Так как они меня подпалили-то? Иди сюда. Они меня не видят? Или видят? Все равно. Спускайся. Нет, нет, ты не замочишь меня. Как через них пройти? Кто? Смотрите, он попал по мне. Ну как это возможно? Я сейчас сгорю! Нет! Фу, фу, мотаем, 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 мотаем. А, черт. Ага. Нет. Он меня видит, он меня видит. Еще и кирка сломалась. Нет. Я ничего уже нету. Забаррикадируюсь здесь. Что-то мне нужно определенно делать. Что-то нужно выдумывать. Пока меня не поймали. Я заперт в камере 2 на 1 блок. 2 на 2. Да, 2 на 2 блока. Я не знаю, что мне делать. Мне нужно спастись. Ладно, попробуем как-то выбраться. Я, пожалуй, этим и займусь.